Турнир PUBG Mobile Pro League EMEA. С 24 по 27 июня. 16 команд-участников. Призовой фонд $150 000. Мне нравится в моей команде, как мы взаимодействуем во время игры. И мне нравится то, что все игроки индивидуально хороши. Мне было любимое мое мороженое Frozen. Холодное сердце, и я его всегда покупал. Оно мне нравилось. Мне кажется, сложнее всего было сыграться с анализом, с Артуром. Но мы это пофиксили тем, что просто играли много вместе. У нас не получалось нормально вместе играть из-за того, что у нас немного разные стили игры и понимание игры. Я концентрируюсь перед играми, я стараюсь отделяться от всех внешних факторов, и чтобы мне ничего не помешало во время игры. Если у игрока есть цель пробиться в киберспорт, то я думаю, то, что нужно играть много в игру и следить за другими игроками и командами. Мы планируем сейчас играть семью и дальнейшие мировые турниры, где будут уже не только СНГ или европейские регионы, а команды со всего мира. И мы стремимся к тому, чтобы играть на мировом уровне. Я беру для себя челлендж взять MVP титул турнира. А если этого не сделаю, то я сыграю со своими фанатами.